Еще совсем недавно Никита Крюков встречался с одинцовскими болельщиками и делился впечатлениями от третьего в своей карьере победного чемпионата мира. Знаменитый лыжник, олимпийский чемпион и житель города Одинцово решил попробовать свои силы в общественной работе. 28 марта Никита прибыл в волейбольный центр, чтобы подать документы в общественную палату района. Это, наверное, моя первая общественная деятельность. Проект, с которым мы пришли, хотим по улице Говорова, между улицей Говорова и платной дорогой, в этом парке сделать лыжероллерную трассу, площадки для воркаута. И в идеале все это соединить с Лазутинской трассой, чтобы, во-первых, разгрузить Лазутинскую трассу, а во-вторых, чтобы люди ближайших домов по улице Говорова смогли пешком выходить и гулять, кататься на лыжах, то есть просто прогуливаться в этом парке. Проект с парком на улице Говорова, идеи по развитию массового спорта – все это возможно реализовать при поддержке общественности и местной власти, считает олимпийский чемпион. Именитого гостя приветствует руководитель рабочей группы по переформатированию общественных палат Московской области Андрей Губанов и председатель районной палаты Захар Иванов. Знаю вас как яркого спортсмена, лидера спортивной жизни нашего района и действительно такого флагмана, за которым потянется молодежь. И не только молодежь. Общественная палата Одинцовского района проводит очень часто много спортивных мероприятий, где мы привлекаем людей различного возраста. И для детишек что-то там скачут. И вот совсем недавно, в сентябре, организовывали для ветеранов наших одинцовских. Вот, там камни тянули, кидали что-то там. Ну, в общем, было интересно и здорово. И я, как председатель общественной палаты, вроде как оценивают, что являюсь здесь человеком известным, хочу вам дать свою рекомендацию. По условиям первого этапа перезагрузки общественных палат Подмосковья кандидаты подают документы, в которых обязательны две рекомендации от уважаемых жителей муниципалитета. С 1 апреля начнется обсуждение, а 22 апреля – голосование за новый состав. Окончательное утверждение членов общественных палат состоится 31 мая. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».